Сейчас эта назальная форма, она у вас, как бы вы занимаетесь еще, что называется, ее проверкой эффективности или что-то конкретно? В основном, Владимир Владимирович признает, что это офлейбл, в основном, как обычно, на сотрудниках проверяем, смотрим, участие. Просто это пока эксперимент. Да, да. Я могу принять участие в этом эксперименте? Безусловно, Владимир Владимирович. Мы с вами если договорим. Подпишите информационное согласие, можно будет принять участие. Договоримся. Обязательно подпишу. Да, мы можем сегодня это сделать.